Каждый апрель с 2015 года во Дворце спорта «Видное» проходят соревнования по дзюдо, организованные при поддержке Управления внутренних дел России по Ленинскому городскому округу. Изначально они были посвящены памяти погибшего при исполнении в 2001 году прапорщика милиции Эдуарда Кадырова. Турнир посвящен памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Вы все будущие наши защитники Отечества. Самое главное, вне зависимости от ваших спортивных результатов, чтобы вы всегда любили свою Родину, были патриотами, всегда защищали ближних и никого не оставляли в беде. Патриотическое воспитание молодежи – одно из важных направлений работы Совета ветеранов Ленинского городского округа. Проведение подобных спортивных мероприятий – хороший способ сохранить память о погибших сотрудниках МВД. Этих героев, которые представлены здесь, я сомневаюсь, что даже некоторые наши теперешние жители Видного этого знают. А ведь это надо рассказывать о них, это герои наши. Надо рассказывать о тех людях, которые жили на нашей, так сказать, родной земле. Высокий уровень физической подготовки очень важен для службы в полиции. Дзюдо – один из тех видов спорта, навыки которого помогают во время задержания преступников. Спортивное общество «Динамо» приняло участие в организации соревнований. Этот турнир, он на протяжении 5 лет уже собрал более 1500 детей и подростков. И, конечно же, сегодня расширяется и география участников, и, безусловно, растет мастерство. На состязание приехали юные спортсмены из Москвы, Московской области, Твери, Тулы и других городов Центрального федерального округа. Схватки проходили между юношами нескольких возрастных групп. Даниил Фещенко приехал на соревнования из Краснознаменска. Я готовился со всеми силами, тренировался каждый день, ходил на дополнительные тренировки. Я думаю, что сегодня я займу какое-нибудь призовое место. Город Видное представляли воспитанники спортивного клуба «Орленок». Я к соревнованиям готовился, занимался, учил новые броски, чтобы эти соревнования не проиграть. Полностью старался, более-менее выложился. Нас тренируют очень хорошо. Какие-то показывают комбинации приемов, что-то, какие-то полезные броски, которые можно использовать в борьбе. И за счет этого у нас часто победы происходят. Наши юные спортсмены не подвели и отлично проявили себя на татами. У нас есть и победители, завоевавшие золотую медаль, есть и призеры, есть ребята, которым не повезло в этот раз. Но в общем командном зачете мы заняли первое место. Второе место заняла команда «Самбо-70», ведущая школа спортивной города Москвы. И третье место — Электростальская спортивная школа. Все победители и призеры получили памятные медали и кубки. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.